Друзья, здорово! Новый день, новое видео. Так ведь мы договаривались, правильно? Но, к сожалению, друзья, в ближайшие несколько недель могут быть небольшие сбои с новым видео на канале и с трансляцией. Поэтому прошу меня заранее простить. Сегодня я подготовил для вас классную карту для фарма опыта. Давайте зайдем в поиск и введем код этой карты. 27-89-25-62-31-73. Нажимаем Enter, нажимаем на карту. Здесь обязательно в настройках острова ставим частный режим, чтобы никто не мешал нам фармить опыт. Нажимаем на карту, выбрать. Все, стоит частная игра. Играть. Загружаем карту, друзья. И пока загружается карта, напомню, у меня есть код автора. Я партнер компании Epic Games. Заходите к себе в магазин предметов. Внизу нажимаете «Поддержка автора». Вводите мой код G-UP. Нажимаете «Принять». И с этого момента за все покупки ваши... В вашем магазине предмета компания Epic Games будет делать мне небольшое отчисление. Заранее благодарю вас за то, что воспользуетесь моим кодом автора. Ждем загрузку. Какая интересная заставочка, какая прикольная карта. Все, друзья, мы появились на карте. Пробегаем мимо мрачной леди. Запрыгиваем вот сюда вот в портальчик, в этот, в окошечко. Поднимаемся по ступенькам. Здесь, смотрите, есть ловушки. Прикольно. Пробегаем вот здесь вот вдоль стеночки, чтобы ловушка нас не зацепила. Пробегаем здесь. Теперь вот здесь нам нужно пробраться на ту сторону. Прыгаем вот на вот эти штуки. Пробираемся на другую сторону. Супер. Пробрались. Здесь вот есть сундучок вот такой вот. Возле него делаем эмоцию. У нас открывается потайная комната, как видите. Нам нужно аккуратненько, чтобы нас не зацепили вот эти вот штуки. Вот видите, они открылись. Падаем вниз и залезаем вот сюда, вот в такое укромное местечко. Пробегаем тут до таймера в 600 секунд. Это 10 минут. Ждем, пока закончится таймер, чтобы пойти нафармить опыт, друзья. А пока ждем таймер, вот здесь на экране я написал код моей карты. Это моя первая карта Big Build Fight. Я всех вас приглашаю поиграть на ней. Там можно круто пофармиться, круто построиться, круто получится редактировать постройки. В любом режиме, в частном, в общем, в каком вам удобно. Чем больше времени вы проведете на этой карте, чем больше вас туда придет, тем быстрее она пройдет калибровку. Я смогу делать для вас фарм опыта на своих картах. Все, друзья, спасибо всем огромное заранее, кто пошел поиграть на эту карту. Карта имба. Просто. Ждем таймер. Последние секунды таймера, друзья, и начал начисляться уже АФК опыт по 11 тысяч. Смотрите, 79, 87, 1094. Вообще, карта просто огонь. Просто огонь. Кайф. Так, я куда-то прилетел. И дальше не хочу никуда ехать. Почему-то. Вот, сюда. 129 тысяч опыта. По всей видимости, учитывая, что у меня уже не начисляет дальше опыт, это все. На этой карте больше ничего нельзя забрать. Да, друзья. 129 тысяч. Всего 10 минут ожидания и 129 тысяч у вас на аккаунте. По-моему, круто, очень быстро и просто. Все, желаю вам хорошего дня. На этом буду с вами прощаться. Пока.